Так, всем привет. Сегодня я немножко расскажу вам про вот такой вот станок WoodRouter производства Twy. На станке установлены рельсовые направляющие по всем осям, плюс стоит установленный шпиндель 0,8 кВт с жидкостным охлаждением. Охлаждение системы у нас уже подключена, система охлаждения под столом. Сегодня мы будем резать на нем иконку, так называемый тройничок для автомобиля. Ну, в принципе, начинаем. Сейчас включим систему охлаждения. Характерный звук. Система запустилась. Трубки под давлением. Фрезу я подготовил. Сейчас для начала матч у нас уже запущенный. Включаем блок управления и запускаем станок. Сейчас отъедем немного, поставим зажимы. Резать мы будем в довольно-таки жестких условиях, ну как, по поводу скоростей. Будем на хороших скоростях резать. Фреза у нас 0,25 мм, коническо-сферическая, радиус скругления 0,25. Вот сам станок так выглядит. Я уже неоднократно резал на нем. Сейчас установим все нужные нам зажимы. Немножко сюда съедем. Установим зажимы. Так. Модельку предварительно мы уже сделали в арткаме, сдали параметры, глубину заготовку и все остальное. Фиксируем ключиком наши зажимы. Обязательное правило, хорошо всегда фиксировать заготовку, то что если хорошо не зафиксировать, от вибрации может слететь зажим и заготовка просто-напросто уедет. И тем самым мы испортим и заготовку, и большая вероятность поломки инструмента самого, непосредственно нашей фрезы. Модельку мы уже подготовили в арткаме. Моделька у нас идет тройничок, размеры 170 на 80. Сейчас установим фрезу. Резать мы будем сразу в один проход под наклонным врезанием, так называемое угловое врезание. Снимаем цанку, берем фрезу. Фреза у меня боевая. Отрезала уже не одну иконку. Ну, еще довольно-таки бодренько, скажем так. Бук режет хорошо. Материал у нас, кстати, бук, сушеный бук. Устанавливаем фрезу, зажим. Поставили. Для уменьшения биения уменьшаем длину фиксирующую. Ну, и, в принципе, зажимаем в самом шпинделе. Берем два ключа. 14 и 17. 14 там фиксируем непосредственно сам вал шпинделя, а 17 подтягиваем гаечку. Подтягивать надо хорошо, но не переусердствовать. В принципе, ключи мы поставили, все сделали. Так, теперь загружаем наш матч. Загружаем нашу УП-шку, нажимаем икона чистовая, нажимаем открыть. И ждем прогрузки непосредственно управляющей программы. Компьютер слабенький, потому грузит относительно долго. И высокая деталировка. Так, ну в принципе нам нужно отбить нули. Берем клавиатуру к нам поближе. Прописываем подачу в матче.
3000. Для ручного перемещения нажимаем Enter. Микрошаг у нас по 1/10. Берем клавиатуру поближе и перемещаемся непосредственно в нашу нулевую точку. Ну и микрошаги начинаем опускаться. Реза у нас хрупкая, маленькая, так что сначала микрошаг ставим по 1 мм. И опускаемся по 1 мм. Ноль обнуляю в касание. Так, ну вот, в принципе, у нас это почти все. Переключаемся в десятки. И опускаемся по 1/10. Во время подкручиваем фрезу. Вот, и обнуляем ось. Да, в принципе, обнуляем все оси. Ноль у нас правильно стоит. Z-ку мы единственное покажем, что она на 5 мм у нас выше. Потому что заготовка сильно толстая. Клавиатуру отодвигаем, нажимаем Enter, приподнимаем режущий инструмент и уменьшаем скорость подачи до 10%, и в принципе начинаем резать. Нажимаем Start, шпиндель запустился, система охлаждения работает и станок перемещается в нулевую точку. Сейчас добавим скорости для быстрого перемещения в точку и уменьшаем ее. Теперь мы можем наблюдать наклонное обрезание. По чуть-чуть у нас матч начинает отрабатывать и врезается в нашу заготовку. Можно использовать систему аспирации. В данный момент у нас происходит наклонное врезание, пока станок не врежется на максимальную свою глубину рабочую, я использую только 10% скорости. Как только станок отрабатывает мою рабочую глубину, я выравниваю скорость на 100%. Наклонным врезанием я минимизирую нагрузку на сам режущий инструмент. Последние проходы остались.
Так, ну станок уже прорезался на рабочую глубину, в принципе. Фиксируем наш стружка-отсос и потихоньку добавляем скоростей в процентарном отношении. Можно 100%, максимальная глубина. Ну и можете наблюдать работу саму станка. То есть, в принципе, на каких скоростях перемещается. Режем мы на 2500, призор 0,25, глубина за один проход 20 миллиметров. В принципе, все, станок режет, продолжение буду показывать.